Строительство западного объезда в Сергиевом Посаде вышло на следующий этап. Идет подготовка к бурению тоннеля. Прокол грунта будут делать прямо под железнодорожным полотном с выходом на Семховское поле. Препятствий движению электричек и поездов не будет. Для этого используются специальные технологии. На время стройки прокол укрепят защитными экранами. Машинистам рекомендовано снижать скорость на этом участке пути до 60 км в час. Высота тоннеля 5 метров, длина 55 метров. Двухполосное движение в обе стороны. Таким будет тоннель в финале. Работы ведет субподрядная организация «Магистраль». Ожидается комиссия из управления железнодорожного сообщения. Специалисты должны определить устойчивость весеннего грунта. Как только обе стороны сочтут условия для проведения работы приемлемыми, тоннель начнут бурить. Напомним, западный объезд включил в себя три участка железнодорожного полотна с мостами, тоннелями и развязками. Весь путь от Московского шоссе через Ярославскую железную дорогу, улицу Загорского и до Новоуглического шоссе за торговым центром «Капитолий». Там уже к железнодорожному переезду Дмитровского направления, где планируется многоуровневая развязка. Общая протяженность западного объезда более 11 километров. Стоимость проекта порядка 12 миллиардов рублей. Это деньги областного и федерального бюджета. Редактор